Привет, друзья, если смотрите это видео, значит вы на канале Алла Коня. Сейчас собираюсь пройти 415-ю часть игры «Счастливая обезьянка». Называется она «Руб Гольдберг Машина». Руб Гольдберг — это такой карикатурист, который славился своими странными изобретениями. Если вы посмотрите на то, что он хочет, то это очень реально странно. Так, поехали собирать предметы по старинке. Кикс-корзинка. Не забывайте маленьких обезьянок. Лейка, паровоз. Так, это сейф. Сейчас паролек нам нет. Это треугольники. Следующая комната, значит, обезьянки, труба. Так, это вроде все, что можем взять. Теперь смотрим. Ага. Паровоз на рельсы. Ага. Нитку. С корзинами и висеть сюда. С трубой сюда, кекс сюда. Так, у нас остались вот эти фигуры. Значит, сначала посмотрим на их форму. Это правый угол желтого цвета, это пятерка, то есть такой формы 5 штук. Синяя двойка. Синяя — это двойка, это внизу получится. Так, и красная тройка. Последний угол. Есть. Кликаем на него, он дает нам ключ. Ключом красным открываем красный сейф. Берем шар. Шар вот сюда и ждем. Механизм заработал медленно, но уверенно. Собираем подружанцу. Так мы прошли игру. Всем спасибо. Спасибо.